Поймать гармонию с самим собой и взять под управление свое психологическое состояние. Химчане приняли участие в марафоне йоги. Его организовали при поддержке администрации и благотворительного фонда «Город добра». Я благодарен администрации городского округа Химки, что нам разрешили заниматься в парке с жителями нашего городского округа. Мы всех жителей приглашаем на этот йогу, на этот марафон, на то, что действительно вот интересно. Марафон проводит профессиональный психолог Лейла Мамедова. Вот уже 20 лет преподает психотерапию. По ее мнению, духовные практики, а именно йога, помогают восстанавливать здоровье. Это действительно вообще спасение, потому что иначе просто невозможно понять, откуда брать энергию, как вдохновляться, как набираться сил. И сегодня есть такая возможность. Такого же мнения придерживается и Анна Волкова. Она сегодня впервые пришла на йогу и узнала для себя много нового. Наверное, я долго к этому шла, и вот случайно я узнала об этом, и мне за это очень заинтересовало. Прилив энергии, вот она тут чувствуется. Очень позитивный человек, Лейла. Одна радость с ней еще раз встретиться, увидеться, пообщаться, чему-то новому научиться. Стоит отметить, что занятия йогой в парках округа каждые выходные. Мы это делаем для того, чтобы популяризировать сегодня именно духовные практики йоги, чтобы люди видели, чтобы люди могли, мы создаем новую культуру, которая сегодня довольно-таки актуальна и современна. Осенью с похолоданием йогу из парков коуч планирует перенести в спортивные залы.